тут, ну. Пошла Oh, yeah. запись. And we go in game and we go big and we're gonna see a very different creep. Wow, привет actually, всем. That was kinda crazy. Корейская Open WCA. With a barracks, and then he, Crazy Spikes. Okay, репрессал. Репрайжил против Лавлет, играет на карте Хуманская, сразу Last Refuge. Не знаю, мапул какой, но что-то вообще дикие спайки у них. То есть они в вапсах из Германии на корейском хосте. Ну, по идее, на корейском не должно так сильно лагать. Бот 3, скорее всего, у них. И Лавлет будет играть здесь, ну, 90%, что это Варденко, но он здесь Демон Хантером иногда играет, насколько я помню. Варденко на этой карте очень плохо себя показывает, но он может с ней сыграть. Просто карта неудобная для Варденки. Тут сложно третий уровень получить, если Хуман делает разведку и мешает тебе. Что-то реально лагает как-то в игре, но они не знают, тестили вообще, то у них как-то варик, как-то это, как будто, знаете, на Pentium четвертом играет. У меня раньше был как раз Pentium третий или четвертый, у меня варик лагал жестко. Да, Варденко. Фотка у Репрайжела, кстати, с Ветс сделана прошлого. Фотка у Лавлета сделана с его парнем, походу. Ну, там просто держится с кого-то. Там два виспа на разведке повесил справа почему-то. Обычную разведку не сделал, странно. Ну, пошел стандартный крипинг. Перчатки скорости забирает и побежал харасить. А Репрайжел сразу экспансит. Блин, реально в игре у них лагает. Вы не пугайтесь, ребят, это не стрим лагает. Это именно у них лагает. То есть, кто вот кастит, у него в игре почему-то вот такие спайки. Я не знаю, конечно, не очень приятно смотреть. Сейчас будет задиспелен Лем. Да. Тут ничего, к сожалению, не сделать. Надо было бы виспа фокусить, но толк нет. Ой, очень хорошо, приходит Варя сейчас. Сразу Вархмага фокус, а рабочих что-нибудь не убивает. Ну вот рабочего чисто с руки. Блин, я не знаю, как так смотреть, реально лагает дико. Ну, вроде отпустило. То есть, ну я с этим ничего не могу сделать, это стрим такой. Реально такими рывками все. Второй барак, это будут масханты с Варденкой. Интересно. Ну хотя, кстати, не вариант, что масханты может там. Может там просто для крипинга он ставит. Снова фокус Вархмага. No hits can be exchanged from the Warden towards the Archmage. We have an Arcan Tower going up at the expansion. He's sending back. Второй уровень получает на рабочем. Как-то репрессал не очень рассчитал свое количество дерева, потому что он пошел закрепился и в итоге отменяет экспанд. Что-то я не понимаю. А, он на мейне, походу, делал таурку заказал, из-за этого у него не хватило на экспанд. То есть он две таурки заказал, и в итоге у него тупо дерева не хватило на экспанд. Что-то, конечно, чушь сделал. Репрессал. То есть на мейне ему не нужна была таурка так рано, потому что там не будет никакого залета от Варденки. Потому что даже день был уже. Очень странно, конечно, сыграл он здесь. В итоге он теперь экспанд не поставил, возможно, Т2 нажмет. Пока непонятно. Кстати, Лавлет-то арчей делает, то есть он второй барак поставил чисто для крипинга. Мне показалось, там Хантер Холл, но, походу, дела его нету. Я сначала, ну, я думал, что будет эти Масс Хантресы, но нет, это просто второй барак под крипинг. Нет, все-таки будет экспанта репрессал, я думал, он уже Т2 нажал. Ну, конечно, очень все плохо у репрессала. Варданка уже почти 2,5. Сейчас с бараком будет еще крепиться. Мана нету, ну тут дело времени восстановить. Конечно, когда с Варденкой играешь, надо как можно раньше магазин покупать, чтобы максимально постоянно регенить ману. Варденка с сапогами. Ну, маны у нее нету, даже на один нож.
Приходит она, видит, что есть экспан, ну и там арчи начинает крепиться. Ну, начало, конечно, у репрессала очень плохое. Такой поздний экспанд, хотя он его рано закрепил. То есть экспанд у него уже должен был добывать. И сейчас проблема в том, что Варденко третий уровень на этой точке получит. Если сейчас еще какой-нибудь банка маны какая-нибудь. Ну, банка ХП, ладно, не так страшно. Хотя теперь Варденко может разменяться. То есть она может забежать в кучу, там, не знаю, под башню и фокусить архмага. Да, это третья Варденка. Интересно. Так, смотрите, какой прикольный магазинчик. Ловлю-то. Блин, у репрессала все очень плохо с экономикой. Все очень плохо. Интересно, что прокачает сейчас Лавлет. Там блинка по-любому, наверное, нет. Он, скорее всего, ножи, возможно, возьмет. Глаза есть. Но архмаг очень битый. Здесь... Ой, экспанд. Слушайте, я не знал, что здесь можно экспанд поставить. И его крипы не будут бить. Так, арчи подходят. Слушайте, здесь 4 арчи. Не, ну здесь ничего не сделает. Варденк может, конечно, подбежать, убить футмена или рабочего. Нет, смотрите, репрессал очень хорошо контролит таурку. Не получится подбежать здесь Варденкой на халяву. Архмаг на мейн пришел, уже Т2 закончился. Ну, пока что лорницы еще не ставятся. Надо, кстати, архмаг чуть-чуть отвести, а то сейчас начнет дерево пинать его по голове. Минус одного виспа сделал. Там, кстати, наламывается. Варденко, покажите, Варденко наламывается. Здесь минус висп. Здесь менты, кстати, подошли. Там, по-моему, Варденко ножи откинула, потому что футмены все покоцаны, значит, это вторые ножи. Пока что не дает лорницу поставить. Вот, кстати, лорницу отменяй. Ну, отменяй. Что ж ты... Блин, лорницу, мимо лорницы пробежал. Да, блин, тут надо возвращаться, и таурок-то нету. Кстати, арчи еще фокусят магическую таурку. Блин, здесь потери дикие. Лавлет и экспан строится. Ну, Варденко без маны уже. Вот, кстати, была бы банка маны, она бы тут все убила. Поэтому немножко повезло, что так не было. Поджимает эльф Хумана, потому что очень поздний экспанд, не успел получить нормальное количество денег. Панды, кстати, нету, можно здесь арчей наказать. Вот, блин, лорниц надо было отменять, конечно. Очень важно в таком матчапе лорницу отменять. Чем позднее дряда получить, тем больше шансов Хумана затащить игру. Возможно, еще одну арчу минуснет. Очень хорошо. Зачем-то дефенс врубил, когда его Варденко просто била. Ну, там потом арчи начали стрелять, но в любом случае футмен умирал от Варденки. Все, первые сейчас дриады пойдут. И экспанд достроился. Но экспанд довольно далеко. Сразу оболиш качает. Экспанд очень далеко. Здесь виспов добавляет, потому что проблемы с лесом. Ему немножко репрессал убил виспов. Все, есть таурки. Уже экспанд, скорее всего, не сбреет. Но, правда, таурки так ставят. Непонятно. Варденко отхилился, веер. Да, нету блинка, подставляет. Но архмаг здесь сдохнет быстрее. Вот про что я говорил, то что банка на ХП выпала. И вот так Варденко даже пофиг ей на окружение. Она с маной была и просто... Ну вот сейчас она забегает. Ну как рабочими? Рабочими подблочила очень четко. Если кто не знал, рабочие, которые на голдмайне добывают, они про них, сквозь них пробегают юниты. То есть герои все, то есть они типа как, не знаю, невидимые становятся, я не знаю, как это объяснить, но когда они на голдмайне, их можно оббежать. Но если ты их срываешь, то они сразу стеночку делают. Вот. И репрессал успел среагировать, потому что Варденко уже готова была под таурки вламываться и бутылек юзать, или в крайнем случае ТП. Поскольку там архмаг очень битый был, она хотела развести его на ТП. Не, ну там просто комментаторы очень резво среагировали на то, что окружили Варденку. Но я-то знаю, что у нее бутылек есть. И пофиг, что у нее блинка нет, она и так выйдет, потому что у нее 200 маны было, два веера ножей. Так что я не знаю. Добил бараком, да? У ней же было почти четвертый уровень, он бараком добил. По-моему, бараком добил. Потому что, не знаю, я комментаторы не среагировали никак, возможно, все-таки нет. Но, по-моему, там был... Не дали XP. Я не уверен просто.
Ancient of Wonders is recreated in his main base, the Ancient of War. Так, на мейне пару тарок поставил. Блин, ну очень поздно урепрессал Грейда, конечно. Добил, говорят, да? А чё ж стрим комментатора-то не видит этой ситуации, что там бараком добили? Я просто смотрю, что у Варденки 4-й левел не получился от голема. Я думаю, добил, что ли? То есть я не уверен был. Короче, здесь очень много дряд настроил с Варденкой, чтобы контролировать Архмага. Инвиз, кстати, ну, в смысле, даст нажал Архмаг, возможно, проверить инвизную Варденку, которая прибежала. Ну, или мне кажется, у него просто место было. В рюкзаке закончилось, он просто нажал на всякий случай. Рифлов добавляет, то есть это будет пуш. Уже сразу в 70 лимита выход. Это, кстати, страта с рифлами против Варденки хороша, потому что тебе нужно как можно быстрее наштамповать качественный лимит, чтобы Варденка не начала обузить тебя. Второй герой, возможно, будет Blood Mage, ну или МК. Пока никого не заказывает. Ашот аура, кстати, выпала Архмагу для рифлов хорошо. Да, вот Варден, кстати, инвиз юзает, как я и говорил. Ну, правда, надо было, наверное, сначала в Мунвеллах отхилиться, а то что-то Варденка дохлая. Третий веер уже ножей. По ходу дела, репрессал собирается. Ой, здесь нельзя сражаться, репрессал, нужно ТП сразу делать. Сейчас как только Варденка из... О, как больно. Надо ТП делать. Он, конечно, убивает дрядку, но он здесь все потеряет, всех рифлов, всех троллей. Вот это очень плохо. Он просто сейчас качает Варденку. Просто боль. Весь лимит потерял сейчас. И Варденка 5.5. Надо было сразу ТП делать, нельзя сражаться. Ну, блин, почти 6-я Варденка уже. Добил, кстати, своего футмена, хорош. Блин, вот здесь репрессал вообще не среагировал. То есть он увидел дряд, нужно было сразу ТП делать. Потому что он сейчас весь лимит потерял. Здесь, ну, блин, это вообще жесть. Сейчас 6-я Варденка. И воркшопы тут стоят так, что сейчас все караться будет. 6-я Варденка. Это печаль. Просто репрессал вот на одном муве отдался. Ну сейчас у него по юниту всех убивают. Нет, вот сорочки выходят, менты подходят и можно сражаться. Сейчас можно сражаться. Тем более, что тут дряд мало осталось, кстати, улавлю-то. Но он разменялся пипец как в плюс. То есть сейчас проблема в том, что репрессал не может идти пушить. Если он придет пушить, там с ультой отобьется. И где МК? Я не пойму, где второй герой? Репрессал второго героя не сделал? Он что, хочет какую-нибудь нагу взять? Дерева нету вообще. А почему он второго героя это не заказал? Он кучу там мортир заказал. Что-то репрессал очень сильно, я не знаю, не может волноваться. Это... Алхимиста взял. Че за бред? Ну, понятное дело, алхимик может масс-хилом захиливать юнитов дохлых. For the later stages of that game, but he tries to go for the red spot creep, and now we're gonna see that. Так, на красный идет, но здесь уже лавлит. Точно, кстати, дряд он всех потерял, и без дряд вообще тяжело. Ой, сейчас как зайдет сзади. Ну там есть свиток. Свиток, свиток, свиток. Да свиток нажми, чё ты ТП-то делаешь? Свиток на алхимике заюзал, блин. Ну потерял. Кстати, когти плюс 12 забрал с точки, но это... Блин. Короче, не знаю, здесь очень тяжело будет затащить. 6-я Варденка уже начинается, пососы. Да нет, алхимиком давно играет, его еще и Инфи брал, и Юмика брал, там много фишек с алхимиком. Но смысл в том, что алхимик просто хилит твое войско неплохо, когда там Варденка ножи закидывает. Алхимик не так плох, но, блин, ну сейчас уже ситуация печальная, потому что вот все решил вот этот выход. То есть до этого, в принципе, репрессал нормально играл. Вот он вышел с базы со своими футменами, с, там, с двумя рифлами, троллем,
его просто приняли и убили все абсолютно. И Варденко ровно один уровень получила, то есть шестой. И ему еще там начали нарезать юнитов. Если бы он посидел чуть-чуть, дождался там второго героя, МК там, не знаю, купил, то было бы все неплохо. А сейчас я не знаю, как ему отбиваться, но там, в принципе, нет, лавлет 75 лимита, очень много. Кстати, рифлов вроде много, может Фейри Драгонов зафокусить. Вот пошел хил неплохой. И, кстати, неплохо вроде сражается, медведей-то мало, но есть неуязвимые юниты, пошли там виспы, опять лагает у Нео все. Свиток, по-моему, прочитал на какой-то поздний. Там Варденко затарена, почти 7 уровень, все биты, ухом, нет, медведей слишком много. Спеллбрекеров вообще ни одного нету. Все это провал. Ну просто стенка медведей и Варденко разруливает. Там сейчас банка маны будет. А МША пошел. Да. Это ГГ, к сожалению. Ну, к моему, я как за Хумана болею все-таки. Все решил тот выход. 53 seconds, sorry about that. Yeah, Remo, what do you think? I think a total stomp here in game one. Yeah, I'm really impressed with Law Liot. What we saw on Thursday was Reprisal surprising a lot of us, including me, because he found the answer to the Warden on Echo Isles. Echo Isles, where the Warden before was so strong. The way he did it on Echo Isles was kind of how he tried to do it on Last Refuge. Echo Isles ran for the expansion immediately and then expanded there with his level only one Archmage. Then he goes towards the Night Elf main and harasses there, gets time for the Expo. If in the meantime his Expo gets cancelled on Echo Isles, he's going to tower rush the Night Elf in the main who's so far away. And I think on Echo Короче, Isles, рассказывает нам Римодемо про то, что он делал в прошлых играх против Лавлета. В смысле, репрайзил, что делал. Alright, you must have seen that game. What's your answer going to be to this seemingly very strong strategy from Reprisal? Of course, this wasn't Echo Isles, this was Last Refuge. But Reprisal went for a similar strategy, and Law Liot adapted. He expected this. He had a Wisp scouting, he detonated the Water Elemental. The Warden came down before level 2. Usually we always see Night Elf players prioritizing the Warden. Не, на самом здесь деле не то, что имба. Это понятное дело, все, что Варденка имба, эльфы имба. Тут был один главный момент. Во-первых, ну ладно, два момента. Во-первых, репрессал почему-то пошел экспанс ставить, и у него не хватило дерева на экспанс сам. То есть, в принципе, из-за того, что, наверное, он на мейне зачем-то таурку поставил. А таурку на мейне нет смысла сразу ставить, пока Варденка первого или второго уровня. Она не будет залетать тебе в любом случае. Это только начало игры, нет смысла грейдить таурку. То есть он на экспанде начал грейдить таурку. И, по идее, там должно хватать на экспанд. Вот. Короче, у него не хватило. И второй момент, когда он вышел с базы вот с этими рифлами и футменами и просто отдался. That one encounter in the at the human's shop at the merchant was so bad, man. Если бы он просто чуть-чуть подкопился, подождал второго героя и пошел бы атаковать, когда Варденка пятая, все было бы намного лучше. Плюс там медведей бы столько не было. So again, the high level warden does it for Law Liot. But it's not only the high level warden, it's how he utilizes it. It's how he uses the game, the flow of the game in such a way that he can really push that warden to her limit. And that's why he is the master of the warden. And I think Law Liot, this first game is really impressive. На самом деле я тоже так сижу. Я вот думаю, забанить бы кого-то, некого, никто что-то даже не бугуртит. Даже странно как-то. С утра пораньше никого не забанить. Wow, it's going to be Amazonia. That's going to be interesting. We all have seen Reprisal do this natural creep spot expansion, or not expansion, but creeping that one like right from the start. And I think the counter to that is just to have two Wisp in position to detonate the Water Elemental, and then you get like a shitload of damage on all your units. And if he opens Warden again, I think even Fan of Knives level 1 and Shadowstrike level 1 can kill a lot of peasants there. So let's see if Lolai. Сделай гайд, как правильно в Т3 играть против Вайи. Finally, what Reprisal is up to.
Тут гайд нет смысла делать, то просто фишка такая, что если ты нормальный экспанд поставил, и тебя варденка не сильно прохарасил, и ты сам прохарасил, то ты можешь спокойно в Т3 играть. То есть если ты особенно экспанд в варденке отменил, то можно, блин, в Т3 спокойно играть. Вот. Ну и самое главное, таурок побольше ставить, чтобы тебя не пробили какими-то там дрядами или быстрыми мишками. Shit, if you are level 3 and you come there, of course you can kill a few workers, but the expansion is already there, and then I don't really think that you can do all that much against that. So it seems like we're gonna have another test game here on Amazonia, yes. And just to figure out if this host is any better. Seems like for me, at least as an observer, it looks a little better than the one before. Not sure how yeah, is that. The test last time was good for us as well, but then the actual game was not that great. Like so yeah, but... It's really surprising that he was able to play so strong, but on the other hand, I think it spiraled out of control when the Archmage didn't find the expansion. If the Archmage finds the expansion, because he was there with boots and teleportation step, if he finds that expo being created, he can cancel that one, and then maybe we have a different... Yes, рассказывает о том, что там Архмаг, когда бежал глаза ставить, не заметил. Экспанд, ну в смысле, это то, что он его не нашел. Если бы он его типа нашел, он бы его отменил, и тогда были бы шансы. No, I think I mentioned most of it. I'm not sure when exactly the expansion was created, if the Archmage really had the time, because the expansion actually was set up fairly early, it was halfway Блин, through tier 2, паузы. And Lolight kept the Archmage busy for a long time. Also what we saw, the Archmage tried to harass with only the first hero and level 1 water elementals, and footmen were defending the expansion solo, but he took a lot of damage there. He lost, I think, one footman and like 4 peasants. It's not the end of the world, but it does slow you down, and he had to create more towers and stuff. So his Archmage movement around the map, he was really mobile, of course, as Joss said, with the boots and with the stealth teleportation. I don't know that he utilized that guy to the fullest. Wait a minute, I want to get into the game. All right, 1 second. Yeah, we're still missing you. Besides you, everybody's in, and there you go. I'm there. And like Joss, you are, of course, very familiar with this matchup. You have a lot of in-depth knowledge, for example, usually on one base, you know exactly when the second hero is coming. I think you mentioned... Yeah, вторая игра какая будет? Карта, интересно. Я просто мобол не знаю, какой там. So yeah. Конечно, непонятно, какая карта. Like, at what, how far ahead in the expansion, in the natural, are you usually supposed to be as a human? You know, how much more gold should you have mined to be in a better position? Do you have, like, these kind of little landmarks, or do you more go with the feeling of the game? I think it all comes down to the feeling, of course. I think in the back of your head you will have like some numbers, and you will definitely check on the gold mines. If you see, like when he's entangling the gold mine, you're gonna check like your own expansion to see how much gold you already have on your bank account. But it's like usually he did everything right. Like he had this bank of 1.6k gold when he had all the production buildings already on the field, so he had that bank. But I think the Alchemist was a desperate choice in the end. Так, АЗ, следующая карта, опять лагает у них в игре. Ну, не то, что лагает, но есть какие-то... Вот, кстати, знаете, еще снег не отключает, видите? На каких-то картах это снег, на каких-то это дождь. Такие капли идут. Эту фигню нужно было всегда отключать. Но если стример опытный, например, как я, когда там с какого-то 2011 года я стримлю, тогда еще битрейт был слабоватый. То есть там максимум, наверное, на битрейте где-то 1000 стримил. Ну, или там 800. И вот этот снег или дождь, если ты не отключаешь, то на таком качестве он смотрится вообще убого. То есть там прям такие пиксели падают. И картинка вся портилась за них, поэтому надо всегда отключать. Ну и даже на таком качестве она все равно убого смотрится. Они почему-то не отключили. Возможно, из-за этого, кстати, лагает. Амазония, карта... Ой, нифига себе, варденку на Амазонии делать. Не, ну на Амазонии вообще жесть варденку делать. Здесь третий уровень никак не получить. This might be one of a few free cases or whatever that I've seen a warden here on AZ. So far, I don't know, it always was supposed to be too hard to creeper to level 3, but maybe Lolai had found a way. Кошка, опытный стример. Ну, да, я достаточно давно уже стримлю. Crazy creep routes that no one else uses. And I don't think Reprisal expects this at all. Yeah, maybe he just... Because I was reading it in chat. That Loliad said on his stream that he doesn't know how to defuse this push, like the push with
with the kiting mortar teams and stuff, and none of the guys that развеживает виспов, ловлет. Там, кстати, кто там? А, футмен бьет на карте. Так. Блин, он добил бараком. Он во второй игре тоже бараком добил кого-то. Одного этого. Ой, нифига себе, репрессал, что делает. Очень быстрый крипинг экспанда. Это очень рискованно, потому что Висп уже находит диспелит и Лема. Но подходит второй Лем. И Варденко сюда не успеет. Можно успеть закрепиться. Да, кстати, очень хорошо закрепился. Точку. Быстрее, быстрее, беги, беги, итем бери. Фух, взял. Я прям как за себя болею. И, кстати, тролль добил, по-моему. Тролль добил Элема. Второй уровень Варденко все-таки получил, потому что там добили крипов. Вот смотрите, смотрите, опять нету дерева. Но здесь дерева нет, потому что очень много ментов взял. То есть он 6 ментов взял. Потому что точка очень жесткая. Здесь второй барак пошел. Так, надо чуть потише эти комментаторы сделать. Indeed. If I could cut in here for just a second, this was pretty cool what happened in the very early stages. He did exactly what you were suggesting, Yoss, putting two wisps next to the natural camp to detonate them both. But reprisal anticipated. Возвращается, кстати, ни одного ножа не кинул Варденко, возможно, веер прокачало. Вообще странно, почему он ни одной ножа не кинул. Сейчас потихонечку экспанд. Вот в этой игре все получше в начале, потому что экспанд будет сразу. Там виспа, кстати, можно было убить. Сейчас надо свиток зверя обязательно продавать. Это бесполезный девайс для хомнов против эльфа в такой ситуации, потому что его не применить, что один висп заденает. Так, сапог, отлично. Ну, сапогом на... Беги, беги! Может, персоналочку купить? Блин, денег-то нет, ты беги куда-нибудь! Вот из-за того, что сейчас Архмаг побегал тупо, ему сейчас второй кинжал кинут. Нет, нет, по-моему, уходит из рейнджа. Да, ежишь! Олень не поджал. Висп здесь тоже пытался не поджать, я не знаю. Все, с ботинками убегает от Варденки. Если бы не было ботинок, Варденка бы начепухнил его. Потому что там туфли ловкости еще. Блин, ну уже пол хп нет. Один нож всего кинули, пол хп нету. Экспанд практически достроился. Есть уже магическая таурка. Сразу веер, нож. Одного рабочего убивает. Но, кстати, здесь Варденка останется, потому что маны у нее уже нет. Ей смысла нет уходить. Она сейчас уже два рабочих убивает. Три рабочих. Нет, три еще нету. Три рабочих. Блин, надо сюда ментов. Очень жестко здесь Варденко убивает. Архмаг приходит на харас. Ну, убил 4, по-моему, рабочих. Или... Нет, 3. Или 4. По-моему, 4 должно быть. Там 4 битых было. Дирижабль есть не на всех картах, ребят. Не работает эта фишка с дирижаблем. Это не 5 акалитов, как у Андеда. Рабочих, блин, там 20 штук. И ты всех не заныкаешь дирижабль. Так, экспанд пошел. Отлавлит. Но пока что все хорошо. Репрессала, правда, вот Варденко на халяву тут убивает. Шреддера берет, репрессал. Сейчас пойдет в атаку. Блин, тут, конечно, Варденко... Тут бы оставить пару футменов, потому что он тут на халяву просто убивает. Кстати, перекупил наемников, лавлит, и его тут неплохо принимает. Правда, диспелится. Диспелится один Элем. Хантерхолл отменить! Хантерхолл отменить, отменяет! Отменяет Хантерхолл. Это очень хорошо, потому что Т2-то заканчивается. Да отменяй ты Хантерхолл, зачем тебе эти арчи? Я не понимаю, зачем он за троллями, арчами. Хантер Холл это вообще ключ к победе. Все, дряд не будет. Не, ну и ТП, короче, тратит. Блин, писец, я не понимаю, почему он Хантер Холл не отменил. Зачем ему эти арчи тролли под мунвеллами? Я не знаю, что-то очень печально. Просто отменил бы Хантер Холл, все, лорниц нету 2 минуты. Какой 2, там 3 минуты дряд не будет. Ты просто с Архмагом делай все, что хочешь. Приходи с левыми, отменяй снова.
Я просто не понял, зачем он фокусил арчей и троллей под мунвеллами. То есть экспанд он не нашел опять. Я не знаю, почему так. Сегодня откровенно плохо репрессал играет. Thursday everything went so well for him. His pushes were on point. His scouting was superb. Странно, в общем, почему Хантер Холл не отменил. Не знаю я причины. Но по-прежнему все не так плохо у репрессала. Потерял он, конечно, рабочих, но здесь Шреддер все отхилит. Зеппелин пошел, здесь Варденко не настоящая. Ну, очень битые футмены, Варденко настоящая бежит и... Ну, нет, должен. А, там магазина еще нету. Еще нет магазина. Да нет, вряд ли он сливается. Зачем ему сливаться? Он же хочет кого-то взять. Кто сольется, тот упадет в лузера и будет играть с арком каким-нибудь. Четвертый. Ой, мана. Манка. Хороший девайс. Блин, я все же не понимаю, почему он Хантер Холл не отменил. У него есть Шреддер, у него есть Илем. Но там Илема не было, там было 4 футмена. Шреддер наносит урон, как, наверное, как 5 футменов. То есть там изи отменяется. Даже если бы этот Хантер Холл достроился, его начали бы чинить ВСП, он бы все равно его отменил. Короче, фиг знает, я этот мув не понял. Просто это ключ к победе был, реально. Потому что эльф, который без дриад сидит, там, не знаю, первые 10 минут игры, это вообще мертвый эльф. Там ничего ему не сделать, потому что... Короче, ладно, хватит. Фейковый дирижабль прилетел, уже апгрейд сделан на хождение деревьев. Пошел сразу крипец. Вот здесь много футменов, но Варденко 4, сейчас начнутся вееры. Дефенс есть. Кстати, Вархмага собирается сразу, да. Сразу хочет развести на телепорт. Ну, Вархмаг вообще... Зачем хилинг потратил? А, он типа хотел засейвиться в дирижабле. Ну, что-то... Свиток потратил зачем? Блин, я не знаю, репрессал откровенно плохо играет сегодня. И зачем ты Лема еще перед телепортом вызвал, его просто дриад задиспелли? Не, лемов надо бы вызывать против дриад, но когда ты сражаешься, потому что они все равно тратят на это время, на диспел. Ну, здесь уже почти пятая варденка. Блин, зачем ты свиток потратил? Он типа хотел дирижабли засейвиться, но там столько арчей. С троллями и дриадами, что он все равно бы сбил этот дирижабль. Хороший девайс. Какая-то у него страта через 2 воркшопа, я не знаю, в чем прикол. Ну и отменяются воркшопы, потому что на мейн к нему бегут. Ну это проблема многих хуманов. Я тоже часто такую фигню делаю, когда ты делаешь... твои Т2 здания не внутри базы, а снаружи. И многие эльфы их отменяют. Здесь, кстати... Блин, еще один минус ТП. Это вообще жесть. Второго феера нету. Блин, жесть. Вообще все футмены. Дохлые. Пятая варденка. 2 телепорта, свиток. Все очень плохо у репрессала. Рефлов добавляет. Зачем ему 2 воркшопа? Типа больше, не знаю, мортир строить? Да там с одного воркшопа нормально строится. Особи маска. Кошара, не жри! Не жри цветок! Любит цветы пожрать, блин. Так. Сейчас, возможно, Варденко... Вообще, надо на блин к Варденке перекачиваться.
to see some breakers, but he's kind of famous for. Хотя нет, тут блинк не нужен, тут база открытая. Like that unit for most of the games that I've seen from him. Now the Warren level 5 coming back to the party still a big. Так, а имша, кстати, нету. Ну, тут варден под реджулом, с полбрейкеров нету. Начинается. Ну, здесь уже первые медведи, вообще сражаться нельзя, тут вообще все дохлое. Уходи, Шреддера спасай. Блин, мортиры. Веер, конечно, в одну мортиру и сорочку. Здесь менты подходят. Ну, менты сейчас просто от одного веера развалят. Смотрите. Да. Просто... Свиты какой-то ни о чем не отреприсал. Шестая варденка. Блин, я не могу просто это комментировать. Просто чушь какая-то. Не, ну правда, зачем-то делает лавля ТП. Мог бы банку маны завязать и ультимейт. Смотрите, тролль убегает. Тролль из чатика убегает. Вы пришли тут ветеринары, советуют мне, что мои кошки давать. Она у меня мяса жрет, хватает и витаминов. А цвета не жрут всегда. Они особенно осоку любят на улице жрать. Плохо все у репрессала, шестая воданка, как и в прошлой игре. More bears are coming, 64 food, everything looks in order for the Lion. How can Reprisal overcome this? He needs a shitload of mortar teams, and he only has one work... Oh no, two work... 50 лимит у Reprisal, ну это вообще... ...stays on 50 food, outmining his opponent a bit because he's not paying taxes to upkeep, but for how long can this work? Там 74 лимита уже. И у репрессала просто 200 голды. Я не знаю, что он с 50 лимита хочет делать. Просто ничего не сделает. Как бы я не хотел болеть за Хуна, но это 2-0. Просто у Лавля-то уже 80 лимита. Into my unit composition, and then I will just crush your main base. He's getting more towers because he knows, like, at some point there will be aggression coming out of Loliad, and if he stays on 50 supply, outmining him, he is definitely on. Не, ну единственный плюс, который сейчас репрессал получает, то, что на 50 голды, в смысле на 50 лимита добывает больше голды, но это провал. Улавлю то больше денег с 80 лимита. Кстати, по-моему, блинка-то нет до сих пор, я не знаю. Не, ну это провал. Это полный провал. Т3 делает. Репрессал на 50. То есть хочет уже вертолетов с грейдом сделать, мортир с грейдом. Ну да, все правильно делает. Лавлет, он берет вторым героем панду и сейчас просто на красных точках качает панду до третьего. How far along are the main gold mines? 3,400. And Reprisal is just camping. Just super passive. Well, I'd spit it. Yeah, but he's in the comfort. He's in a comfort position. Look at this. He can creep the panda up to level 4, probably. He's getting upgrades. Like, you, I wouldn't be surprised to see, like, 3-3 bear upgrades. Плюс 12 когти. Но это не тот герой, которому нужны когти. Плюс 12. Вообще, в такой ситуации Лавлет может сейчас химерница добавлять и просто в химер выходить. Третий апгрейд на масон. Ну, репрессал типа хочет отсидеться, но нет. Здесь ничего не получится. Сейчас просто панда прокрепится очень дико. Там про полиморф говорят на 40. Ну, полиморф... Полиморф нерабочий. Он... Во-первых, смотрите. Против эльфа полиморф нерабочий. Почему? Потому что фейри драгона есть. То есть, если фейри драгоны живые, и ты полиморф накидываешь, у тебя сорки сразу сдохнут. Потому что... Количество маны, которое затрачено на полиморф, оно пропорционально дэмэджу, который по ним наносится. Вот. И там сорочки по 220 маны, кажется, полиморф стоит. Или 180, я не помню точно.
просто не так часто играешь полиморф, поэтому не знаешь сколько точно. По-моему, 180. Вот. У тебя просто сорки сразу сдохнут от этого. Вот. Но если ты, конечно, убил фейри драгонов и потом полиморф накинул, одного виспа достаточно, чтобы задиспелить весь полиморф. Одного виспа за 60 голды. Ой, извиняюсь, за 120. Yeah, one Urge Supply coming here from Light, he's lining up like, I don't know, five mortar teams, Gyrocopters tier 3, Paladin is coming. I would really like to see the Jizo kind of alchemist, and he's getting... Грейды, кстати, только сейчас делает, лавлет мог давно бы уже сделать. Зачем так много мортир делать, там дряд-то нету. Тут гирокоптеры нужны, Fly Machine. I don't really know if this can work, cause he... gave the native player all the time in the world to get everything that he needs. Дамаг зависит от того, сколько маны тратить на заклинание. То есть присты, которые хилят по сколько там 4 или 5 маны стоит хил, то там очень мало урона прилетает. Там где-то порядка 5 урона как раз и прилетает за каждый хил. Gonna see a third healing scroll on that mountain king. He's probably giving one. Там подсказывает, что максимум 90 бьет урон Феррика. Если честно, не уверен, но в любом случае, если там 4 Феррика висят, и каждая по 90 нанесет, там сразу минус 40 все. Я не знаю, просто иногда бывает так, что ты забываешь отключить слоу, и там 4 Феррика просто твоих 40 за секунду сдувают. Но там еще панда дышит, и поэтому все умирают. Ну да, там как раз примерно получает где-то по 200 урона Феррики наносит. Да, химеры добавляются. Да нет, ой, тут панда почти пятая. Нифига себе, там сколько крипов осталось. Это провал. Химеры. Хуман не выиграет эту катку, потому что прокачанная панда, а у Хумана первый паладин и второй МК, по-моему, или даже первый. 90 лимита. It's a decent amount of gyros, I guess, but of course on the other side there is the panda, there is Breath of Fire, there is, yeah, that's the perfect counter against the gyrocopters, and there are 3-0. Но слово не всегда надо отключать, ты его отключаешь, когда феррики до тебя достают. То есть если ты просто с включенным словом будешь под тремя ферриками, там под варденкой или пандой, то у тебя просто сразу все кастеры сдохнут. Смотрите, очень много кастеров сделал, репрессал, то есть микс юнитов у него без пулбрейкеров. Это, конечно, провал. Он типа, да, полиморфом хочет затащить. Но на самом деле дриады полиморф не отдиспелит, потому что там дриад нету. Там две дриады, по-моему. Да, всего две дриады. Ну, кстати, если лавлет не готов, полиморф может зарешать. Потому что и химер можно в полиморф кидать. If you have a level 5 panda, the gyrocopters are not that scary. More mortar teams are coming through the party. 99 supply. Ой, кстати, здесь вертолеты сейчас могут забрить. Лети, лети, лепесток кверху задом на восток. Короче, у него спеллбрекеров вообще нет. У него чисто рифлы, мортиры и кастеры. Слушай, ну это интересно. 3-0 апгрейда на мортиры, на рифлов. Не, ну знаете, здесь... Одна атака должна быть от репрессала жесткая. Слушайте, а может зарешать сейчас полиморф? Если только все кастеры не сдохнут раньше времени. Кстати, смотрите, застопил рабов, чтобы голду не добывать. Но вообще я ставлю на панду с варденкой, то что там задует и заверяют. Кстати, химер, по-моему, не добавил, все-таки лавлет. Всего две дриады. Две дриады, это получается 8 дисполов. По 200 маны же у дриады, диспол стоит 50. Ну, если фулл мана у них. Ну, скорее всего, фулл. Of course, a level 6 warden. This is gonna be so much AOE, and it's only a level 1 bolt. Ой, сейчас, кстати, если здесь подрежут неплохо вертолетов-то много. Блин, это как я, помните, грейд на вертолеты забыл? В игре против кого? Против Ремайнда, по-моему, я? Или против Лавлета?
Забыл. Did you see like the gyrocopters cutting the fairy dragons like in pieces in a few seconds? The damage output from 3-0 upgraded gyrocopters with that flag upgrade, it's insane. Like, I think the air units will just melt. Яв удивляется урону. Троллей скупает зачем-то. Лавлит троллей скупает. Тролли это бесполезный юнит на такой ситуации, потому что они стоят как медведь. Дамажат они намного меньше и хп у них меньше. Кстати, смотрите, Лавлит тоже прошаренный ФФшник. Не добывает больше голду. Realizing that his opponent is not mining here, I guess, and is now stopping his mining as well in the expansion, so he's not burning any more gold. I really like to see how smart both of the players play here. Also, кстати, вот в такой ситуации нужно нападать иногда. То есть, смотрите, сейчас Вайденка прибежала, потратила ману и хп, и вот если ты нападаешь сразу, то Варденка не успевает сразу в битву попасть. То есть, если нужно, ей нужно сначала отхилиться, потом только она идет в битву. И ты успеваешь часть юнитов убить. Well, so he has a lot of wisps here in Lumber, so he can pull a lot of wisps to dispel. That's pretty obvious, but apart from that, if the wisps are gone, there's still mana. Виспов задисполиморфить можно, да. На виспов еще Silence кидается, и они тогда диспел не могут делать. Это вообще фишечка, знаете. Блин, там мортир вообще дикое количество. Я не знаю, зачем ему столько мортир, потому что там одни медведи. Her mana is down, and now is Reprisal's time to shine. Да, вот ТП пошел. Куда ты, блин? Ой, там еще 4 иллюзии. Когда он успел? Там сразу диспел от... Блин, там столько медведей. Это... Я просто... И Близзарда нету. Там, смотрите, какие сорки уже биты. Ой, какой там твер. Я ничего не вижу, что происходит. Но сейчас панда дышать будет. Где полиморф вообще? Полиморф на кого-то там кинули? Ой, ну какие здесь... Еще один свиток. Да нет, просто все панда с пятая. Просто все разваливается от АУЕ. Пошел полиморф, ну... Там свитков больше нету. Два свитка уже было. МК сдох. Не, короче, не прокатила страта, потому что стенки из полбрейкеров нету. Просто... Ну, просто через атаку. Куча медведей и все. Полиморф, короче, не затащил, пацаны. Ну, просто два героя, шестая варда, варденка, четвертая панда и пятая панда в бою получила. Ну, 20 лимита Лавлет потерял. 20 лимит, но это две дриады, гиппосы и феррики, медведи все живые. Ну, мне было Близзарда. Что такое тут? А, персоналка. Да нет, там медведи просто 3-3 апгрейды, такая пачка. Полиморфы я так и не увидел. Там был пару полиморфов на одном медведе, там, не знаю, на гиппоса и все. А шестая панда почти. Был полиморф, но его просто либо сразу диспели, либо, я не знаю, либо затерялся в толпе. Но 3-3 мишки не кондрятся, на самом деле, без Близзарда. Потому что там 9 защиты и, блин, 60 атаки. Ой, МК сейчас, если выйдет... Нет, с его вышел. Да понятное дело, что тут репрессал проиграл, он так... Уже... Не, ну на Амазоне зато в шахте много голды на экспанде. Там 20к, что ли. Кстати, медведи с апгрейдами 3-3, они, наверное, как танки по зданиям дамажат. Там урон бешеный, тем более еще под рыком. Там что-то под сотку практически. Ну, посмотрите, сколько дамага нанес Феррик. Два Феррика нанесло, где-то вот как раз 150 урона примерно. That human player. The fragmentation shards not doing as much as he's doing with that one base play without the tier 3. I don't think that this strat can be used that late in the game. It's supposed to be a strat where you hit your opponent when he's committing to a lot of drides or when the
Ну, я уже ничего тут не говорю, потому что тут все понятно. Ну, на самом деле, Страта бы, может, затащила, если бы панду не взял лавлет. То есть соло Варденко бы не убило бы все. Потому что соло Варденко Т3 лимит Хумана вряд ли законтрит. Если вот как раз там у Престов апгрейд, у 40 апгрейд, там просто ХП очень много становится. А тут с пандой, конечно, легко. GG. 0-2 проигрывает Лавлету, Лавлет в финале. И Репрессал будет играть в узерах с кем-то, с Фокусом, либо с Лином. Следующий матч Лин с Фокусом. Не знаю, через сколько начал, надеюсь, они сразу начнут.